И всем привет! Будем играть, мы снова поиграем с писюном. А, с колобком, блять, не тот сценарий. Ладно, не будем. О грустном, будем о хорошем. Значит, мы уже играли в эту игрушку, но тут появились новые предметы, поэтому не будем терять времечко. Бас не валит, мне не нравится, сука. Ну и ладно. Надо. Ну шо, сладкий колобок. Подпиши отказ от претензий. Да, кстати, теперь все на русском. Можно это тоже на русском? А, ну, стратегия та же. Против него играет батя. Ибо нехуй. А, батя. Все. Этим все сказано. Считаю. Хорошо. Снова мы сейчас будем играть с этим чмошником. Дилер, мудак. А, один боевой, два холостых. Хорошо. Я вставляю патроны в случайном порядке. Правда, что ли? А я думал, так хуячишь. Знаешь. Ты происходишь, и вы выставите в себя холосты. По шансу вероятности, а это будет... Ну да. Короче, пизда ему. Ну шо, копченый, подставляй писюн. Ну, ладно. Неловко вышло. Сука. Самое обидное, то что без музыки теперь, без басов вот этих тут. Сука, обидно. Три боевых, два холостых. Вроде как-то должны появиться новые предметы. Я не знаю, что они там делают. Но, тем не менее. Они есть. Я же забыл, сколько там патронов, поэтому вот так делаем. Сработало. Я помню, там было три настоящих, два холостых. Почему я в него шмальнул и... Сука. Не надо. Ой. Случайно, бро. Не злись, пожалуйста. Но бывает порвало ебальник, блять, с кем не бывает, правильно? Жмурка так всегда. У одного разрывает ебальник, у другого нет. Главный вопрос, у кого его порвало. Ладно, не будем хорошим. Давай-ка сделаем игру поинтересней. Доставай хуй. Будем играть на обрезание. А. Не так уж и хотелось. Опа. Даргос. Но пока что ничего нового в принципе нету. Один боевой, один холостой. Ну, я делаю вот так. Ой. Ну. Я бы охуел, если бы я еще в себя шманул. Я бы просто был, я не знаю, я бы сейчас просто головой обо все бы начал биться. Опа. Ой, не то. Нож. Ну, есть варик очень интересный, я порву ему сейчас ебальник. Вот. То, что у меня две лупы, то есть я беру лупу, ставлю ее на землю, потом я оказываюсь за лупой, обрезаю. Блин, точно, блин, да, пиздец. Ладно. Шмаляю по дилеру, потому что дилер, кто дилер? Вот так. Вот так вот. Жизнь бывает жестока. Сука. Даже грустно. Заглох тут. Сука, он сейчас все выкурит. Курение вредно. Поэтому что? Поэтому пошел ты нахуй. Быдло. Еще закурил. Сука, я сейчас тоже закурю. Сука. Он мне порвал ебаль. Снова. Сука. Я назову это видео... Игра под названием «Порви себе ебаль». Шо там у нас? Шо ты лысый? Плаки-плаки или нормалдаки? Да, о, нихуя, у нас тут целый набор для БДСМ игр, мне нравится.
Одобряю. Так, хорошо. Значит, я сейчас холостой. Ладно, дир, надевай. Ладно. Теперь обрезаем обрез, потому что, ну, чтобы он был обрез, нахуй. Как я недавно сказал фразу, моя половина отношений, это когда ты дровоек обрезаешь, это становится обрез. Обрез разрывает ебальник. Да. Я считаю, что это самая охуенная фраза, которую я мог выдать вообще чисто. Рандомный момент, блин. Ладно, все в норме. Он по охуе. Также наши BDSM игры работают. Если я сейчас разрываю ебальник, то я лох ебу. Я, блядь, я не знаю, нахуй. Это был просто самый кринж момент, который просто мог быть, блядь. Может, не надо. Ну, может, лучше не надо. Да сука. Повезло, что остался разряд. Поднимайся, батя, ночь только началась. Меня уже ебут, блядь. Сука. Только пришел, сразу и жопу порвали. Что за хуйня, блядь? Ты вообще, блядь, уебал. Фу, нахуй. Курение вред. Почему вы все курите, сука? Здание. Да пошел ты нахуй. А он сразу второй раунд. Вот он. Сигаретки. Лупа. Один холостой. Стоит ли тратить лупу сейчас? Я думаю, стоит, так как узнать. Снова огнестрел. Сам первый всегда, по-моему, огнестрел. Ну ладно. Сейчас мы его разрываем ебами. Давай кинь на меня наручники. Логичный ты. Ну ты не человек, нихуя. Но тем не менее, ты логичный колобок, блядь. Ебать, мы сейчас с тобой в BDSM поиграем. 50-50. Первый 50-50 работает так, что первый боевой, что я сейчас ставлю тебе наручники. Угу. Первый боевой, поэтому делаем вот так. Потом второй не боевой, потому что, ну потому, блядь. Я знаю, тебе понравился, это пиздец. Ебали провозглашу. Ты не вижу, как ты зубы в разные стороны зашли. Сейчас не агнистр. Вот правильно. А теперь есть 50-50 вариант, то что... Возможно, я порву сам себе ебаник сейчас, а возможно нет. Поэтому... Сколько вероятность, что я не порву себе его? Я себе его не порву. А это что значит? То, что значит, сейчас ты снова слоил по ебасосине. Сосать, блять. Вот так вот. Дилер, мудак. Нечестно. Вообще ты должен был патрон засовывать в наручниках. А иначе в чем смысл нашей игры, правильно? Угу. Три боевых, два холосты. Так, если сейчас один холостой выпадает, я сейчас пью пиво. А если сейчас один холостой выпадает, то это один стрел. Ну чисто прикола ради, подожди, нужно выебнуться, закурить сигарету, потому что ебать я устал, бро. Чисто наручники, чтобы он не сопротивлялся, когда ему разрывать ебать. А это, чтобы он, ну, просто не обижался, лол. Не зря я надел на него наручники. То есть, я только что проебал два холостых. Ах, холостые, что они, блядь, это вообще возможно. Я не знаю, шанс вероятности, потому что, блядь, ну это 4, а это получается 4. 75% того, что, блядь, я не порву ему ебальник, серьезно. Что ж, вот и подошло время перенаймить, друг.
больше никаких дефибрилляторов, никакой переливания крови. Только ты и я, и наш последний танец на грани жизни и смерти. Ох, какие продолжники райка. То есть, если ты мне сейчас провешь ебальник, то он разорвется окончательно. Четыре предмета каждому. Ладно. Наручники, кола, сигареты, наручники. Хорошо, что там по патронам? Один настоящий, один не настоящий. Хорошо. Скорее всего, один не настоящий, но я все же выпью пиво, чтобы не совериться в этом. Угу. А потом закурю тебе наручники, потому что я на кого, блядь, похож потом на динозавр, ты ебаный. Ну, а во-вторых, я просто тебя хуйню дробовиком, потому что, ну, а хули нет. Правильно? Правильно. Ну вот и все. Конец твоим страданием. Если толк дальше продолжать, ну ладно. Я сейчас охуею, если второй патрон выйдет. Из-за там всего два огнестрела. Я думаю, не сильно обидится, если я ему порву ебаник как-то быстро. Зачем мне столько пива, блять? Ладно. 14 настоящих. Угу. Ну это такое хуйня на 50 на 50. Ну пойло, ну пивка, ёпнем. Пивка для рывка. Сука, еще пивка для рывка. Это сто пудов себя, потому что два огнестрела. Чего, блядь? Три огнестрела подряд. Три огнестрела подряд. Это ненормально, это неадекватно, нахуй. Это просто, блядь, неадекватно, я в ахуе. Не, я бы охуел, если бы четвертый отнесел подряд был. Это, ну, я не знаю, я бы сам себе жопу порвал еще. Прям сейчас, прям тут нахуй. Ну, это сейчас он, скорее всего, меня шмаляет. Сука. Ты меня заебал. Сейчас все разрывают. Дурак нахуй. Я не знаю, но он сейчас его обрежет, скорее всего. После такой хуйни я бы тоже закурил, блядь. Я бы этим же ножом и вскрылся бы, нахуй. Ну теперь ты себе зубы не повыбиваешь, да? Давай, все, мне предмет хранится. Первым делом я закурю, потому что после такой хуйни я тоже закурил. Ага. Эта игра становится все интереснее и интереснее, на самом деле. Потому что... По-моему, я сейчас порву его ебалильник. Немножечко. На капельку. На сантиметрик. Просто... А. Вообще, это прикол ради чистый же, да? Или я только что... А я только что закурил. Ну все тут. Я не знаю, я сейчас просто ложкой вскроюсь, если это не сработает, блядь, сейчас. Просто в натуре прям сейчас ложку достану, блядь, и вскроюсь. У меня нет рядом ложки. Сука. Хорошо, у него лежит два ножа. У меня одна бутыль, а у него 4 хп. Как бы так сделать? Давай, да, сейчас 100 пудов должна выпустить. Огнестрел, потому что, ну, почему бы и нет, в принципе, правильно? Если нет, я не знаю. Вот правильно, нахуй. Спать, блять, сынок. Он сейчас обратно, по-моему, все выкурит, блядь. Давай, ломай, ломай наручники, все, заебал. Ну, сейчас игра не на жизнь, а на смерть. Mm.
Ну сейчас он обрезает ствол, разросит мне ебало. Бро, зачем? Я не знаю, блять, это самое единственное решение, которое я видел. Возможно. Просто после этого сядь мне, пожалуйста, на лицо, блять. Ну ладно, сейчас ты мне разойдешь ебанку. Сука. Какой же ржачный звук, блять, я не могу. Мое решение это сейчас. Просто, если сейчас выпадают наручники, я просто прям тут же разрываю. Нахуя мне три лупы, блядь? Я своему одноглазому змею тоже его при этом, блядь, поставлять буду, типа... Пиздец. Ладно. Так. А 13 тысяч не настоящих. Да мне вообще похуй по сути своей, ебать его. Огнестрел. Теперь так, вот так. Ебать он пригрустнул, кстати. Он так вниз смотрел такой. Понимаю. Ладно, сейчас мы порвем ебаник и будем довольны. Готов? Да. Так ты сам себе обрезал уже провода, долбоёб. Ладно. Закурим сигарету, потому что детей пиздец видеть, это просто грустно. Делаем гуд-гуд-гуд. Блять, а зачем я гуд-гуд? Ладно, я сделал правильный выход. Выход, вход. Угу. Ну сейчас я по себе шмаляю, потому что надо так. Блять, я сейчас не стрелю, я охуею просто. Чисто холостой, который разносит ебальник. Было бы смешно, кстати. Ладно, не важно. Не будем хорошим, будем плохим. Я захуярил деда. Он сдох. Зачем ты мне вывез чемоданчик, чел? Да, это не первый. Даже грустно как-то на душе от того, что не Porsche. В этот раз мы будем играть с музыкой. Потому что ну, это слишком. Без музыки слишком вкусно. Ребята, давай нам платят. Выпито пиво в миллилитрах. Литр. 2 литра высосал просто. Он вот так вот делал. Открытый шум все или ничего. Да, без музыки скучно. Майк клубника. Звук. Тоже лучше включить. Все, теперь у нас все или ничего. Ебать, кто экран вынес? Кони. Почему не лошади, блядь? Вот так. Угу. Сука, все под замком, как обычно, блин. Ладно. Купить таблетку. Может повлиять на способность к вождению. Да хули. Когда нам предлагают какую-то таблетку, надо обязательно пить. Вот теперь я понимаю, вот это туса. Чисто с ноги заходим к бомжу, блядь. Подпиши отказ от претензий. Я бы не подписывал, ну ладно. Снова батя. Батя.
Всё нахуй, сынок, блядь. Сейчас поговорим, а. Ебать, сразу сходу, что там дать. Ебать, что это за херня? О, Угу. Хорошо, дилер, выбыть, сука, я неправильно писал, я проебал. Ладно, звоним корешам. Алло, третий патрон боевой. Спасибо. Подожди, у меня появилась идея. Я же могу спиздить предмет. Могу спиздить. Сука, не могу спиздить. Я текущий патрон, патроники на противоположном. Вернуть два заряда или же потерять один разряд. Угу. Снимите трес. Возвращать подряд. Ладно. Зато мы знаем то, что третий боевой, то есть два остальных не боевые. Значит, что я могу себя свободно шмалять, и он мне ничего не сделает при этом, потому что он хуесос. Ну ладно, не зря корешу позвонил, мне понравилось. Блять, я думал то, что их можно спиздить, типа. Ладно, по крайней мере, третий патрон был, ну, точнее, был боевой. Я об этом знал. Еще не порву, ебали. Я этому рад. Так, хорошо. Наручники. Можно позвонить корешам. Шикарно. Снова ты за своя. Эу, кореша, третий патрон, а у вас... Хуёво. Да, этот... Тогда получается... Этот не настоящий, получается, я в себя шмаляю, потом второй патрон, я шмаляю по нему, и все. И он мне ничего не может делать, потому что ну лох ебаный. Правильно? Правильно. Моя логика, это просто Big Brain Боба, просто Володя большие, я, ой, мозг. Сука! Гандон! Ты чё, охуел? Заглотус ебаный! Ты так, кстати, читерская хуйня, мне понравилось. Я там то, что он потеряет, блядь. Ну, сука, ну, он сучара ебаный. Я звоню корешам, мне похуй. Вот это было наглость, я считаю. Вот это было плохо сейчас. Хорошо. Третий как патрон у нас какой будет? Шестой патрон холостой. Я понял. Спасибо, папаша. Ладно, блять, ладно, сука. Живи, гандон. Теперь рассмотрим снова сюда. Теперь огнестрел. Мы делаем так. Потом мы делаем вот так. Сейчас мы один патрон потратили. Шестой холостой. Их всего 6. Если один патрон так вырыв, получается 4. Получается теперь же вероятность 50-50. Но я не запомнил, какие там стрелы были. В то же время не уверен. В то же время мы знаем то, что последний холостой. Есть такая вероятность, что пятый тоже будет холостым. Но и этот может быть холостым. Угу. У меня 2 огнестрельных патрона, получается. Один 2 огнестрельных патрона и один не огнестрельный. И наоборот. Если наоборот, то я сейчас не стреляю в себя. Сука. Олень, блять.
Ну, у меня сейчас разрывается ебальник по причине того, что у него есть лупа. Сейчас огнестрельный патрон 100 пудов. Он просто сейчас режет другом обрез. Да, делает так. Ну и все, в принципе. Чисто взял мобилу, сломал, блядь. Тут он, кстати, проебался. Тут он очень сильно проебался. Сейчас должен быть огнестрельный. 100 пудов должен быть огнестрельный. Сука, чтоб ты подавился. Он не подавился, блядь. Он меня заебашил. Так, блядь, нет, нахуй. Нет, блядь, нет, ни в коем случае, нахуй. Я пока его в первом раунде не выиграю, и я просто так нахуй не уйду. Я просто так, блядь, не успокоюсь, ёбаный в рот. Я просто разорву ему ебальник сейчас же, сука, прям тут. Так, блядь. Подпиши отказ от претензий. Сука, я подпишу, блядь. Я подпишу, сука. Всё. Пизда тебе. Всё нахуй. Я, блядь, подпишу, ты даже не сомневайся. Ты 4. Угу. Четыре не настоящих. Какая вероятность, что это будет мой, блядь, боевой? Нулевая, нахуй. Теперь раскумарься, охуй. Ну, кстати, у меня нет сигарет. Нет чем обмениваться. Сука! Неловко вышло. Очень неловко вышло. Ладно, хуй с тобой. Это сейчас 100 пудов огнестрельный. Три, блядь, первых патрона. Точнее, два первых патрона, потом четвертый. А нет. Блядь, это пиздец. Осторожнее. Пошел ты нахуй. Каждому встречному так говорю, вот чисто чел проходит мимо такой. Будь осторожнее, там скользко пол, да пошел нахуй. Я корефаном звонил, мне попой. Так, у меня нет сигарет. Я кину таблетки, хули нет. Сейчас пидозная какая-то, блядь. А, нихуя меня коротнуло сейчас. И помогло, причем нихуя себе. Я уже забыл, сколько там патрон. Ага, четвертый патрон с боевой. Хорошо. Этот какой патрон? Боевой. Хорошо. Получается, я два патрона подряд всаживаю в себя. Потому что я не помню, сколько там патронов. Знаете, четвертый патрон-то боевой. Хорошо. Боевой ли этот патрон? Нет, он не боевой. Сейчас я всаживаю в себя. Это второй патрон. Второй. Но второй не третий, правильно? А если второй не третий, значит второй также не четвертый. Поэтому все. Шикарно. Просто превосходно, нахуй. Просто вот. Пока. Нига. У него нет регенок, но у него есть таблеточки. Благодаря которым может рискнуть. А тут ты проебался, кстати. Прям сильно проебался. Чего, блядь? А четвертый же должен был быть боевым, там нет?
А, все. Понял. Всего было 4, блядь. Три настоящие, два настоящих. Хорошо. Я, значит, делаю так. Ну, сейчас я меняю это. Кидаю таблетки, чисто прикол ради. Заебись. И теперь делаем вот так. Потом вот так. На нахуй, просто ебать слоумо 3D, нахуй, я вообще ебу Алибабу. Ясен, кое-что выиграл. Как тут не выиграть-то, ёпти. Этот красавец только так и может, правильно? Правильно, нахуй. Я также по дедам хуярю, кстати. Ой. Не важно. Так, ладно. По два. Ну, по сути, сейчас должен быть огнестрел. Потому что перв должен быть... Сука. Ну, сейчас-то должен быть огнестрел. Или нет? Блять! Пизда мне! Счастье будет! Чтоб ты, сука, подавился, блин. Дурак. Не дурак. Молодец. Ну, я, в принципе, выиграл. Вот, да. Вы мне не верите, а я выиграл. А что, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вы поняли.